Дамы, всем добрый день. Ну, вот вы и вошли в лоскутный клуб. Я этому безмерно рада. Я думаю, что и вы тоже. Я поздравляю вас с тем, что вы, наверное, нашли самую короткую дорогу к общению в сообществе единомышленниц, получению полезных и нужных знаний. Итак, что находится у нас на платформе прямо сейчас? До того, как стартовал клуб, для вас я постаралась наполнить его самыми нужными и полезными эфирами. В частности, эти эфиры можно разделить на несколько больших групп. Первое – это совершенно для вас бесплатные курсы по пошиву лоскутных одеял. Что это? Это лоскутные одеяла в технике ленточного набора. Вот на конференции Валерия Шестопалова из Минска показывала такое одеяло. Это лоскутное одеяло в технике крейзи. В придачу к этому лоскутному одеялу я сделала еще подборку лоскутных уроков по крейзи, чтобы вы могли компактно все это посмотреть. Более того, у нас есть лоскутное одеяло «Звездочка ясная», конечно же, ну и всеми любимое одеяло «Вокруг света». Это сборник, собранный из лоскутных эфиров, которые у нас были на ютубовской платформе. Кроме того, у нас есть следующий раздел – это расчеты. В раздел «Расчеты» у нас входят такие уроки, как экономика лоскутного одеяла, расчеты центра и каймы лоскутного одеяла. И я бы еще к расчетам отнесла, ну, он не совсем расчетный, практикум по стабилизаторам. Это делала Ирина Юрьевна Муханова, и там очень много хорошей и полезной информации. Ну, а все остальное – это различные подборки тематические, которые вы можете использовать в своих лоскутных интересах. Например, у нас есть подборка по шитью лоскутных сумок. Итак, все лоскутные сумки. Вы также можете воспользоваться подборкой по шитью подарков к Новому году. То есть там скомпонованы вот так вот все подарочки к Новому году. Если вам сейчас, например, надо что-то шить к Новому году, смело открывайте эту подборку. Там и ланчматы, там и сумочки, там все. Значит, есть еще так называемые обзоры. Что это такое? Это значит, мы с вами собрали лоскутный эфир по темам. Ну, например, вот у нас есть метод конвергенции, обзор по методу конвергенции. Это Рики Тимс приезжал в 2000 лохматом каком-то году, он здесь вел тренинг, и после этого тренинга вот как-то у нас метод конвергенции пошел, допустим. У нас есть обзор материалов по лоскутным эфирам за январь-май 2021 года. У нас есть обучающий практикум по секретам тканевых панелей. У нас выложены дизайны, урок с дизайнами машинной стежки. И кроме этого есть так называемые ссылки на обучающие ресурсы. Это вообще очень интересное место, потому что когда была пандемия, вот в 2020 году, во-первых, я собрала для вас эфиры 2020 и раннего года по хронологии, то есть по датам. А еще я собрала вам для вас эти эфиры по темам. То есть, если вы хотите в какую-то тему погрузиться, вот можно, но там ссылки, то есть вы по ссылкам переходите уже на YouTube. Кроме этого, вот сборка вот этих эфиров, она вызвала очень-очень большой отклик среди наших слушательниц. И вы и ваши коллеги стали специально скидывать мне очень интересные ссылки на различные зарубежные ресурсы, интересные по лоскутному шитью. И, конечно же, для вас я собрала все эти эфиры в одну табличку. И если вам интересно, а я думаю, что вам интересно, вы, конечно, можете это посмотреть. Это в общей сложности. Вот этот объем составляет 16 тем и 102, представляете, готовых урока. Но это еще далеко не все. Потому что с конца ноября по четвергам мы с вами начинаем заседание нашего лоскутного клуба. И, конечно же, эти эфиры будут вам доступны. Лоскутный клуб будет проводиться в формате прямого эфира по четвергам. Но если вы живете, скажем, в Южно-Сахалинске или Восточной Сибири, или, как, допустим, я раньше жила в Томске или где-то еще, где не можете, когда вы не можете посмотреть там в 6 или 7 часов вечера лоскутный клуб, вы спокойненько через учебную платформу, заходя вот в этот клуб, смотрите этот эфир на следующий день там или через день в записи. То есть ничего от вас ценного не уйдет. Итак, к
краткое итого. Есть список лоскутных эфиров в клубе, которые вы можете смотреть прямо сейчас. Их много. 16 тем, 102 урока. И с конца ноября вы смотрите либо прямые эфиры в Zoom, я буду оповещать о них, о заседаниях клуба, либо эти заседания в записи, где вы тоже сможете взять массу для себя всяческих полезностей. Ну и, конечно же, клуб – это общение. Поэтому, если у вас есть идеи, предложения, комментарии, мнения, не стесняйтесь их писать здесь, под этим эфиром. Всем удачного дня! С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Заходите на учебную платформу и пользуйтесь всеми выложенными материалами. Всем пока!